Перед Нижнекамским «Нефтехим» один из самых крупных городских турниров. В этом году на дорожке и этапы соревнований вышли 22 команды, а это без малого около 300 человек. Это представители всех подразделений градообразующего гиганта. Турнир стартовал с гладкой 100-метровой дистанции. Здесь было 4 группы участников, 2 у женщин и столько же у мужчин. В старшей группе победила Лейсан Билалова, в младшей – Ландыш Хабриева. Тройку призеров замкнула Елизавета Касанова. Вообще бежится хорошо, погода очень хорошая. А так, 100 метров – это не моя коронная дистанция, так обычно 400 метров бегу. Конкуренция в беге у мужчин была очень высока, но по итогам забега в тройке призеров сформировали по большей части прошлогодние победители. В группе мужчин до 35 лет золото взял Сергей Чебурахсин, среди мужчин старше 35 лет не было равных Рашиду Курбанову. Стометровку нефтехимики любят. Участников на этот вид записалось больше всего. Но немало спортсменов вышли на 800-метровую дистанцию. Отрадно было увидеть на дорожках наших ветеранов-марафонцев. Один из них, Фаяс Насыбуллин, в своей группе вошел в тройку сильнейших. Ну как, сильно сегодня группа была спортсменов? Сильно, конечно. Каким пришли? Я третьим. Но здесь возраст свыше 40. Мне 60 лет. Видом, завершающим первый соревновательный день, стали прыжки в длину. К слову, заявиться можно было одновременно на несколько видов. Пробежал гладкую дистанцию, переходи в сектор прыжков. Одним из таких спортсменов стал Ирик Абдулхаков. Принимал участие на 100 метров. И вот сейчас отпрыгиваю длину. На 100 метров мне нужно было пробежать, как я могу, то есть показать свой результат. В основном акцент делал на длину. Вот, надеюсь прыгнуть хорошо и занимать первое место. Первое место мужчин до 40 лет занял опытный спортсмен Ирик Булхаков. Побить его результат никому не удалось. Для меня это хороший результат, потому что я давно не прыгал в длину. Ну а сегодня завершающий день соревнований. Спортсмены вышли на 200 и 1500 метров. Также толкают ядро и бегут эстафету 4 по 100 метров. По итогам 2 дней подведут итоги в командном зачете. Пока что лидируют из завода БК и СПС. Кирилл Давкаев, Ахрис Ламов, новости НТР.